Всем привет! Сегодня получила посылку. Мой подписчик Николай выслал мне подарок. И в подарок он мне выслал коралловый папоротник, то есть русселия. Сейчас буду распаковала растения, сносила их под душ, так как они при поездке немножко, конечно, земля пересохла, но растения прибыли в отличном состоянии, все зеленые, даже вообще ничего, все, и малышки тут хорошие тоже. Думаю, сейчас они их накупала, придут в себя. Николаю большое спасибо за растения. Сейчас я вас немного познакомлю. Откуда это растение родом и что оно любит. Освещение для растения должно быть ярким. И даже предусмотрено, чтобы 3-4 до 5 часов попадало прямые солнечные лучи. Тогда растение будет цвести. Если солнца ему будет недостаточно, цветения можно не дождаться.
Ну и так как это тропическое растение, естественно, нуждается во влажной среде, то есть его можно опрыскивать. Ну и полив по мере пересыхания верхнего слоя почвы. Это, в принципе, как у всех растений. Субстрат должен быть рыхлым, чтобы при поливе вода полностью проходила и уходила. Он не любит застоя воды. Пока его пересаживать не буду, дам немножко ему сейчас адаптироваться. И, конечно, съезжу, куплю горшок для него подвесной. У меня нет. Ну все. Всем спасибо. Пока-пока.